На пешеходном переходе около остановки кафе «Глория» автомобиль частного охранного предприятия сбил троих пешеходов. Две женщины были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Их спутник до машины скорой помощи дошел сам, но и его пришлось госпитализировать. «Тойота Королла» двигалась в сторону улицы Краснореченской. Водитель универсала был шокирован случившимся, но уверял, что точно помнит детали аварии. Я сам не ожидал, они вроде бы пошли, мне зеленый ехал, они выскочили, и бах, я вот тут и тормознул. Так у кого зеленый был? У нас была зеленая. То есть машины на зеленые ехали? Да. У нас три человека. Я водитель, охранник, техник сидел. Вы на сработку ехали? Мы с работки ехали, техники на индустриальной. Очевидцы аварии слова водителя опровергли. По их мнению, машина ехала на красный свет, к тому же на довольно внушительной скорости. Водитель прошел освидетельствование на состояние опьянения, прибор показал трезв. За плечами у 56-летнего мужчины большой жизненный опыт, а вот шоферский стаж маленький, всего 2 года. С места происшествия Мария Дедова, Татьяна Шамбурова и Павел Рогатин.